октябре 1989 года был образован первый в Барнауле и во всем Алтайском крае орган ТОС – территориального общественного самоуправления. Им стал Совет ТОС Червонного микрорайона. Тогда, в конце существования Советского Союза и в разгар перестройки, стало ясно – нужны новые формы управления и взаимодействия власти и населения. ТОСы пришлись как нельзя кстати, позволили жителям самим решать хозяйственные, финансовые и прочие вопросы, связанные с их жильем и дворами. Уже в первые годы жители Червонного ТОС сделали площадку для выгула собак, успешно занимались благоустройством дворов. Постепенно прогрессивная форма самоуправления стала очень популярной. Сегодня в Барнауле насчитывается 70 ТОС. Месячник пожилого человека – это не про возраст, это про отношения, говорят в городской социальной службе. 30 лет назад, в октябре 1990 года, в Барнауле прошел первый месячник пожилого человека. Незадолго перед этим Генассамблея ООН утвердила Международный день пожилых, но в Барнауле, как и в ряде городов Советского тогда Союза, решили одним днем не ограничиваться. Конкурсы, фестивали, мастер-классы и другие мероприятия, цель которых – привлечь внимание к проблемам возрастных людей, обычно проходят в течение целого месяца. Кстати, октябрь в Барнауле вообще традиционный месяц заботы о пожилых людях. Так, в этом году исполняется 15 лет городскому отделению Союза пенсионеров и 9 лет с момента создания общественного университета пенсионеров.